Здравствуйте, это новый бонусный уровень в игре Сокровища пиратов. Вы знаете, 15 уровень вроде как небольшой, но сказать, что он прям легкий, я бы не сказала. Его можно пройти только если делать постоянно комбинации, и то, не знаю, пока не получилось. Дело в том, что мне постоянно не хватает ходов. Я понимаю, может быть, дойду до определенного этапа и, как говорится, возьму еще ходы и куплю за 300, но очень пока не хочется этого делать, а хочется как-то так синий или зеленый. Я возьму, наверное, все-таки зеленый. Я постоянно стараюсь сделать как можно больше комбинаций, потому что они хорошо выбивают, но все же в данном случае пока мне это не помогло. Ну, знаете, раз на раз не приходится, и я надеюсь, что все-таки получится в этот раз еще 15 ходов. Убрать хочется желтый, а там было на красном можно было сначала комбинацию сделать. Ну ладно, я пропустила, значит, ну так получилось. Так, сделаем. Вот вроде как 12 ходов, вроде как немного осталось сделать, но вот что-то не так. Так, вот еще комбинация. А давайте-ка зеленый в этот раз. Ой, там было на красную звездочку можно было сделать. Ай-яй-яй. Пропустила этот момент. Ладно, ходов-то мало. Ну, вот явно не хватает мне ходов. Так, синий. Осталось 5 ходов. А еще эта штука стоит, видите, одна. До нее не дошло дело. 3 хода. Ну, это уже ясно и так, что в этот раз я опять проиграю. Ну, один ход. Он уже роли не играет. Чтобы я не убрала, я все равно не выиграла. Ну, давайте попробуем переиграть. Видать, недостаточно я делаю комбинации. Надо больше. Ну, изначально мало места и сильно не разгонишься, как говорится. Надо сначала делать территорию. А пока делаешь территорию, тоже занимается возможность ходов. Уменьшается там. Вот так. Ну вот, первая комбинация готова. И вроде так все красиво идет, самое интересное. Да нет смысла мне в этой желтой, совершенно. И не всегда то, что они подсказывают, я считаю самым разумным. Вот так разумнее. Опс, опс, опс. Чудно. Вот тут не пропустила. Тут не проходите мимо. Они сами прям дают нам, делайте комбинации, делайте. Да. Угу. То, что нет, то, что вы показываете, мне не нравится. Так, тут у нас чего? Тут у нас ничего. Свалилось. Тут двойное удовольствие. Вот, делаем вот так. Отлично. Ну. Ой, интересно. Зеленый, да? Прям их так много.
Да ладно, взрывайтесь. 6 ходов. Прикольненько. Но даже 2 хода тратить на эту звезду. Оно. Так. Опять все замерзло, да? Синий. 3 хода. Ой. 2, смотрите, давайте красный и ой-ой-ой, я бы взяла зеленый и желтый, но какая из них, чтобы не взорвать? Желтый. А, изорвала такие. Ну, вот последний ход. Вот не хватает ходов, не хватает. Ладно. Потому что это бессмысленно. Раз. Тут у нас взрыв, конечно, отличный, но он здесь ни к чему. А что к чему? Осталась одна. Что-то я потерялась, а клетки-то 2. Есть. Ну вот видите, я говорила, что ходов не хватает, и даже вроде как сыграла в принципе неплохо, но потом пришлось все-таки 300 монет потратить. Но монеты это зарабатываются, скажем так, совсем не очень хорошо. Очень долго и очень неинтересно. Ничего себе, первое место. Круто, конечно, но можно было без первого места и без этих 300 монет, которые жалко. Так, давайте посмотрим, что у меня тут собралось. Угу. Один раз я обменяла. Ну, больше пока так толком и обменять нечего. Ладно, идем играть дальше. Ой, мы бедные овечки в этот раз. Каждая по 12. Ходов 28. Они прям сразу кричат нам о том, что без комбинации ничего у вас не выйдет. Ну тут особо не накомбинирую, что тут мест нет. Называется. Перемешивайте, перемешивайте. Вот что-то интересное перемешаете. Ну, о, синенький. Вот, короче, до конца ходов я только, наверное, уберу все эти цепочки. Возможно. Если успею, называется. Угу. Что-то оно у меня не пошло. Точно буду переигрывать сейчас. Насыпать они насыпали в конце, а убирать, когда я это буду. Вот интересно. Так. А что-то вы мне предлагаете? Да ну. Мне нужно как-то. Да. Ой, там было как раз красное убрать, а он так раз и упало. И теперь его не уберешь. Опс. Все, в общем, давайте я буду переигрывать.
Заканчивайтесь ходы. Еще один. Ну, нате вам еще один. Любой. О, на последнем ходе я открыла все, получается, только эти цепочечки. Так. Начинать надо активнее. Иначе толку не будет. Опс. А чего? Ну ладно. Так. На 4, но оно так низко, что толку-то от него. Поехали. Ой, как желтая вокруг стала красиво. Давайте еще здесь ее. Здорово. Так. Красно-желтый, зеленый. Есть. Овечечки наши. Еще тут мешаются. Вот так вот. Ну, сбоку что-нибудь, чтобы открыть. Открыла. Вот синюю сверху, конечно, будет не весело открывать, скажу я вам. 13 ходов. Это кажется, что много. Закончится мгновенно. Вот так. И да ну, да я тоже думала насчет этой красной. О, синенькая. Представляете, в этот раз я открыла и еще 8 ходов и 3 овечки. 2 овечки. Пока эти штуки еще даже полностью нет, а толков все равно не будет, потому что там монетки. И мне надо их добыть. Красный. И 5 ходов и 1 овечка еще даже. Ну, в этот раз навряд ли. Если там что-то только выпало бы. Сверхъестественное. Но сверхъестественное нам не выпадает. Опс. Овечка раз. Угу. Один ход, все. Переиграть. Повторить. У меня там еще запасной один, если что. Одна жизнь еще осталась. И чего? А я не вижу ходов. А, снизу. Опс. Оно так неинтересно идет вообще в этот раз. Не каждый раз прям так хорошо под комбинацией, да? Синенькую дайте. О. Далее. Только не туда, куда надо. Овечечки в огромном количестве. Красный. О, вот хорошая там звездочка. А какой цвет мы убираем? Там у нас синий, конечно. Особо цветов не было. Вот, пожалуйста. И вот красненький. Ха, осталось 5 ходов. Так, жизни закончились, но всегда есть, если есть собранная коллекция,
А у меня она собранная только одна. Есть возможность получить раз в 10 часов одну жизнь. Дополнительную. На каком же я месте? На третьем. Да, я на третьем месте. Круто, между прочим. А была на первом, между прочим, тоже. Ну, ладно. Место роли не играет. Тут хочется просто выиграть, а не занять какое-то место, если честно. Не то, что они мне предлагают здесь, в самом внизу. Роли вообще никакой. Только ходы. Вот так есть роль. И вот так хорошо. Смотрите, сейчас будет. Вот сейчас. Вот прям сейчас. Давайте так раз. Немножко открыли. И вот тут открыли. И вот тут стрельнули. Тут вот, оп, стоп, красненький. А вот теперь синенький. И зелененький он был. И вот так вот тоже. А теперь. А вот так. Снизу, конечно, до одного места, но сверху зато постреляли. Тону. Комбинация века. Вот так. Убрать. Овечка, до свидания. Еще одна овечка бедная. Я бы на это вообще внимания уже не обращала, по большому счету, снизу. Шесть ходов. Все. В этот раз мне не повезло. Ну, мы с вами немножечко поиграли, и я видео буду заканчивать. Оно затянулось. А на этом все. Пока-пока. Оставляйте ваши комментарии. Играете ли вы в эту игру? Нравится ли вам игра? И сколько уровней? Проходите ли вы бонусный уровень? И сколько уровней в бонусном мире прошли вы? Мне это очень интересно. А на этом все. До свидания. До новых встреч.